У моря в Сочи этой концепции посвятят художественное оформление курорта ко дню города и Новому году. Улицы, магазины и учреждения украсят морские элементы. Дельфины, ледяные медузы, ракушки, лилии. На Новогинской, например, появится 7-метровый маяк. В темное время суток он будет освещать городской променад. Основной упор в оформлении предприниматели должны сделать на входные группы. Украсят и существующие элементы городской среды, а также ограждения и деревья. Самое главное, чтобы никто не остался в стороне и принял участие в том, чтобы наш город выглядел красочно, уютно, красиво, как говорят сегодня, креативно, современно, чтобы было понимание того, что Сочи является лучшим городом не только в Российской Федерации, но уже становится одним из самых привлекательных туристических центров мира. Принято решение провести ревизию городского хозяйства с предприятием «Сочи Свет» и взять все световые конструкции на баланс муниципалитета. Для этого создадут специальную программу по содержанию архитектурных композиций. Обсудили на совещании вопрос санитарного состояния курорта. Мукдин Чермит отметил, что система уборки наладилась благодаря активной работе городских управлений и департаментов.